Действительно, меня поразило выступление общественности, которая была в сессионном зале. Это всеукраинская объединенная общественная организация «Уютный дом». Насколько, не знаю отчество, Галина, по-моему, Сечина, насколько она могла себе позволить оскорбить громаду Мелитопольского района? Как можно было давать интервью и выразить, да, что сегодня сельчане забитый народ, а мы пришли сюда, умные, сладкие, пушистые, решить проблемы. А? Это что сегодня? Мы позволяем сегодня общественникам оскорблять громаду? Мы депутаты районного совета. Скажите, пожалуйста. Я сегодня просто не вижу ее в сессионном зале. Я бы хотел, чтобы она извинилась. Понимаете? За оскорбление, которое нанесла Мелитопольская громада. И попрошу впредь руководителей, общественников, которые сегодня действительно являются всеукраинской организацией, если действительно есть такие у вас общественники, то я вам советую подбирать на конкурсной основе, чтобы действительно эти общественники владели этикой, поведением и соблюдали правила. Если они пришли в сессионный зал, давайте, пожалуйста, соблюдать регламент Мелитопольского районного совета, а не позволять себе высказывать в сторону нашей громады. Так мы зачем сегодня, скажите, пожалуйста, если мы сегодня будем позволять жителям Мелитопольского района к оскорблениям, понимаете? Я не понимаю эту общественную организацию, для чего она была на сессии, понимаете? Спасибо за внимание.